Комфортная среда в каждом дворе. В Свердловской области действует проект по облагораживанию придомовых территорий. Участником может стать любой дом. Главное – подать заявку. О том, что программа работает, уже убедились 17 домов региона. Под окнами у них появились детская площадка, зона для выгула собак и уголок для занятий спортом. До какого числа важно успеть заявиться, расскажет Дмитрий Изгагин. Площадку для выгула собак специально огородили, потому что, чтобы не было с точки зрения безопасности и детей, и людей, да, то есть собаки могли тоже совершенно спокойно себя чувствовать и заниматься уже своими делами. Свое творение коммунальщики презентуют с гордостью. Еще бы, ведь двор на агрономической теперь не узнать. Всего за пару месяцев вечно пустующая площадка, заросшая сорняками, превратилась в любимое место молодежи. Здесь появились турники, скейт-площадка и огороженная парковка. Освещение сделали, видите, кто там, смотрите, молодые посадили у нас вот кустарники жасмин, это же запах будет вообще хороший. Единственное, что вот у нас как бы вот они вечером катаются, ребята, ну это естественно, железо, оно шумит. Как, ну не без этого, до 10 не покатается, это молодежь, опять же я их уговариваю, что это все пройдет, это привыкните к этому. Преобразился этот двор благодаря проекту «Комфортная городская среда». Он включает в себя облагораживание парков, скверов и дворовых территорий. Стать участником может любой жилой дом. Нужно лишь подать заявку. Всю работу на себя берет управляющая компания. Коммунальщики признаются, стараются угодить всем жителям. Чтобы отделить отдельно отдых маленьких детей, да, позволить в то же время организовать спортивную площадку и также организовать место, в том числе для автомобилей, да, которых множество увеличивается, и никто теперь никому не мешает. Перемен сейчас ждут еще 6 дворов, но это далеко не предел. Места в программе еще есть, главное – активность жителей. Тем более, что им это практически ничего не стоит. Средства на реновацию выделяются из федерального, областного и муниципального бюджетов. В этом году из федерального бюджета софинансирование было порядка 350 миллионов рублей. На следующий год, благодаря активной лоббистской позиции губернатора, объем софинансирования с федерации увеличен до 900 миллионов рублей. Именно это позволит на следующий год увеличить и количество дворов, и парков, которые будут отремонтированы, в том числе и в городе Екатеринбурге. Проект облагораживания территории рассчитан до 2022 года. Прием заявок на следующий год уже начался и продлится до 15 ноября. Кто не попадет в 2018 год, автоматически будут заявки включаться в 2019, 2020, 2021, 2022 года. Поэтому программа будет уже к началу декабря будет сформирована. Вот заявки мы принимаем в первую очередь от тех дворов, где не обеспечен минимальный перечень, установленный постановлением правительства номер 169. Минимальный перечень – это асфальтирование, это освещение, это наличие скамеек, наличие урн. В первую очередь дворов чиновники обещают отремонтировать уже к ноябрьским праздникам. Ну а после возьмутся за новые проекты. Дмитрий Изгагин, Роман Сумин и Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.